Кофеварка гейзерного типа, фирма Рундл. Видите, вот здесь она представлена на внешнем стороне коробки. Значит, модель здесь RDA-1117. Видите? Вот это модель этой кофеварки. Ну, давайте посмотрим, что находится в середине. Так, паспорт. Защитный мешочек. Так, это вот сама упаковочка у нас предоставлена. В защитном мешке у нас находится сама кофеварка. Видите, фирма Рундл. Здесь логотип. Значит, как заявлено, она сделана из литого алюминия с двухслойным покрытием антипригарным. Видите, вот крышка, ручка пластмассовая, силиконовая. Вот здесь паспорт, гейзерная кофеварка. Значит, емкость на 9 часок. Модель RDA-1117. Вот так. Давайте посмотрим, еще у нас состоит. Значит, что мы смотрим? Нижняя часть у нас откручивается. Видите, крупная резьба. Здесь сюда заливается вода. Здесь у нас предохранительный клапан. Видите? Здесь у нас ситечко, как было заявлено, алюминиевое. Сюда насыпается кофе. Здесь у нас, видите, тоже такая, скажем так, ситечка. Ну, тут получается пар, когда кипит вода, превращается в пар, проходит через кофе меленное, и, соответственно, попадает через это ситечко уже в емкость сюда. Видите, тут она проходит через такой конусообразный охладитель, и, соответственно, уже испаряясь, когда конденсируется пар и превращается в кофе. Ну, потом вы его наливаете. Посыпали, залили, закрутили. Крепко все. Видите, все очень просто. Можно посмотреть в середине. Вот видите, какая она в середине. Ну, в принципе, такая мощная, крепкая. Интересная. Видите, фирма Рундл. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.